задержан за убийство, и не только. В Энгельсе оперативники застали преступника на кладбище. Вслед за яблоками и персиками джинсы и куртки в огонь предлагают пустить санкционную одежду. И новый учебный год, новые задачи. Чиновники обсудили подготовку школ к открытию. Об этом и не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ Саратов в 19:00.